В Бурятии прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в местном аэропорту. Сегодня утром пассажиры рейса из Улан-Удэ в Хабаровск потребовали вернуть самолет на стоянку, когда он уже начинал взлетать. Как выяснилось, авиакомпания Air Aero без предупреждения заменила новый реактивный лайнер на старый турбовинтовой Ан-24. По словам самих пассажиров, войдя в салон, они увидели, что кресло и обшивка требуют серьезного ремонта, но прежде всего людей возмутило то, что перевозчик изменил маршрут. Рейс стал не прямым, а с промежуточной посадкой в Благовещенск. Из-за этого путь до Хабаровска с 3,5 часов увеличился до 8. А когда при взлете из двигателей пошел дым, возмущенные пассажиры вызвали членов экипажа. В свою очередь, в авиакомпании Air Aero говорят, что перевозчик имеет право заменить борт. А что касается незапланированной посадки, то этого требуют технические возможности. Ан-24 ему просто необходима дозаправка.